Всем снова привет, с вами снова Одиссей. Уважаемые друзья, 3 мая, город Киев, ресторан «Кинь-грусть», улица Сашенко, 1А. Я, Олег Одиссей и Ростислав Гольштейн организовывают очень приятное, полезное мероприятие – тест-драйв звукового оборудования, в котором будут участвовать акустика, усилители, микрофоны и коммутация разного бренда, разного класса, из разного сегмента. Для многих не секрет, кто сталкивался с покупкой и выбором акустики, когда человек приходит в магазин, в лучшем случае в магазин, покупая не просто со слов чьих-то, а в магазине, ему включают акустику, он слушает, в принципе пойдет, ничего, он покупает, приобретает. И в процессе работы, только в процессе работы, он в принципе понимает, что не совсем то он получил, не совсем ожидаемый результат. И вот так частенько мы ходим по граблям и набиваем условно так называемые шишки. И тогда здесь актуальна моя фраза: сначала счастлив, когда купил, а потом счастлив, когда продал. Так вот, для чего и нужны, в принципе, подобные мероприятия. Воочию, самому лично проверить и ощутить все. Приходите, ждем вас. Уверен, данное мероприятие очень полезно, и объем информации достаточно немалый. И поможет, мы надеемся, поможет сделать правильный выбор. Всем хорошего настроения!